Объем пассажирских перевозок по железной дороге в целом по России этим летом вырос больше, чем на 20%. Такие данные привел на встречу с Дмитрием Медведевым глава РЖД Олег Белозеров. Беседа состоялась в преддверии Дня железнодорожника, который будет отмечаться в это воскресенье. Белозеров рассказал, как выполняется поручение премьера по организации поездок детей к местам отдыха. За счет собственных ресурсов компания РЖД ввела на период каникул значительные скидки на билеты. У нас сейчас как раз разгар летнего сезона. И договаривались о том, что железная дорога примет участие в реализации проекта, связанного с доставкой детей к местам отдыха. Как обстоят дела с осуществлением вот этой задачи? По вашему поручению мы проработали этот вопрос, дали 50% скидку от полной стоимости билета. Более 18% детей смогло уже на сегодняшний момент за июнь-июль таким образом переехать по железным дорогам. При этом это и существенная экономия для семейного бюджета. Ну, в качестве примера, Архангельск, Анапа или Санкт-Петербург, Новороссийск, это там более 4000 рублей. А Иркутск, Анапа, это свыше 8000 рублей.